Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы с вами снова играем за Anthos Underground Kingdoms. В данном видео не будет никаких гайдов, ничего такого, а просто поделюсь нашим результатом нашего альянса на новом событии — это джунгли. Чего мы достигли и как мы вообще действовали по всей боевой нашей зоне, по всей стратегии и всему остальному. Ну а прежде чем продолжить, давайте спустимся под видео, нажмем красную кнопочку подписаться, а также колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Новые видео будут периодически выходить. Также подписывайтесь на Discord сервер, ссылочку оставлю в описании. Discord сервер полностью по этой игре. Много различных гайдов, можете задавать вопросы. Также по поводу миграции есть различные сервера, комнаты. Сможете найти себе новых игроков. Ну а сейчас давайте перейдем к нашему сути ролика и посмотрим результатов. Первое хочу показать именно. Мы состояли в шишках, наш альянс. И пробежимся по всему этому рейтингу. Потом посмотрим полностью карту, как мы проходили и действовали. Первый рейтинг убийств муравейников. Я довольно-таки вообще слабенький игрок. Но, как вы видите, желуди практически все, многие в топе из-за того, что у них в первые начальные дни очень много различных бафов было. И очень хорошо себя показывали, довольно-таки сильно. Мы не могли даже на некоторых зонах в один на один продержаться. Ни один из наших альянсов. Постоянно они нас выбивали. Поэтому очень много бафов у них было в начале. Сильные. И очень много убийств они наделали. Давайте рейтинг убийств именно альянса. Здесь у нас не очень-то так сложилось. 23 миллиарда всего лишь наколотили. Но не стоит было отчаиваться. По поводу рейтинга влияния альянса. Здесь мы на первом месте. Ну и вообще шишки полностью все на первом месте. Как вы видите, 161 сервер и 508 сервер. Обоим нашим союзным альянсам я хочу проявить очень большую благодарность за проделанную работу. И то, что полностью действовали координацией наших действий по нашему альянсу. По фракции мы были лидерами. Также мы собрали полностью все бафы. Лимит достигнут лимита по всем бафам. Сколько бы мы больше не захватывали, нам что ни атака, ни защита, ни здоровье, ничего не прибавлялось бы. Только производство определенных видов солдат. В отличие в основном от захвата. Следующее, давайте перейдем на нашу карту и посмотрим полностью всю карту. Мы выбрали эту территорию. Здесь, ну, впервые все столкнулись. Первое столкновение у нас было в этой боевой зоне против оранжевых. Мы дошли до чуда чуть быстрее, чем оранжевые. После чего здесь у нас завязался небольшой бой. И мы не смогли их потянуть из-за очень большого ихнего... Не то, что и актив у них хороший, приличный был. Но статы в самом начале у них были в разы больше. Там по, у некоторых игроков по 2500 атаки, в отличие от наших 1800. Мы передали здесь башню нашим союзникам с 508 сервера. Это Мар Альянс. И здесь уже в два альянса мы смогли оттолкнуть оранжевых от наших зон. Следующее столкновение у нас произошло именно на территории Мар. Здесь было полностью захвачено это чудо под оранжевыми. Если посмотреть описание, как вы видите, 224 сервер, оранжевые противники, желуди захватили его
первым. Здесь у нас произошло столкновение очень такое жесткое. Сначала было один на один салатовые против оранжевых. Оранжевые были, продавливали их. Также из-за этих же бафов они передали нам башню возле вот этих вот ворот. В это же время одновременно оранжевые передавали свой, точнее, свою башню именно для желтых. Это была передача приблизительно вот где у меня квадратик стоит. В этой зоне была передана башня для желтых. Здесь мы бились в паре около 2-3 дней с ними. Но получилось так, пока они бились здесь, синие начали продавливать их по желтой территории. Как только желтые отсюда ушли защищать свои территории, полностью синих здесь вырезали, заблокировали, они не могли пробить. Но в это время, пока желтые заняты были синими, мы уничтожили полностью желтых, и салатовые спокойно, 508 сервер спокойно смог наши союзники пройти и захватить чудо, и тем самым истребить отсюда оранжевых. Следующее, здесь вот желтые достроились, что вот до этой переправы, что, да, только до этой переправы. Полностью сверху они проделали путь до этой переправы. И здесь мы встретились уже с двумя альянсами. Бились все это время. Желтые здесь заблокировали их. Здесь было чуть ли не 15-16 башен. Синие боролись. Но как только желтые ушли со своей территории, пришли сюда дефать, синие спокойно начали захватывать у желтых территорию. Желтые не могли разорваться на две стороны. Им надо было либо в этой БЗ помогать союзникам, либо защищать свою. Они выбрали союзников и держали тут. В это время синенькие пробежали сначала понизу, захватили два места жительства, два муравейника и выдвинулись в сторону чуду синих. Как только синие подошли к чуду желтых, желтые перестали активничать вот в этой боевой зоне, перешли на свою дефать. И в этот момент уже мы начали продвигаться по оранжевым в два альянса, захватывая каждый день по одному, по два строения. Также в это время, когда уже все полностью здесь зафиксировали, синие полностью здесь прошли, уже скоро открываются ворота. Мы до туда не дошли, мы где-то воевали вот в этой зоне с оранжевыми. Приблизительно вот возле этого муравейника. Мы перестали здесь строиться и начали через желтых. Желтые были вот этот вот муравейник за желтыми. Мы их отжали и пошли в эту зону, чтобы пройти в сторону дерева. Здесь нас уже встречало два альянса, но они не могли разорваться, так как они сражались вот на этой боевой зоне у дерева, у этих наших каналов. Там сражение было 2 на 2 долгое время. Как только мы дошли до сюда, до этих каналов, оранжевые обратили внимание на нас. Так вообще препятствий не было. Мы шли полностью вот через эту боевую зону до каналов без препятствий. Захватили каналы. Первый муравейник захватили. И уже на втором нам начали препятствовать оранжевые. После этого, как только оранжевые переключились на нас и мы начали здесь воевать, наш союзник спокойно продавил желтых и выдвинулся в сторону к дереву. Буквально 2 дня, и наши союзники оккупировали возле дерева. Также и мы подошли полностью все три альянса. И дерево били только Мар. Захватили его. И мы очень приятны этому. Грубо говоря, считай, без разницы, кто захватывает дерево, так как что награды получают от дерева абсолютно все участники, как мы видим.
награды за первый захват. Обе стороны получают разные награды за первый захват крепости. Получается, что они захватили, получили, что наши союзники захватили. Также мы получили эти награды и бонусы. Ну и после этого захвата дерева буквально один день, и противник перестал активничать. Мы спокойно вот от этого муравейника прошли и захватили чудо у оранжевых. Так как сопротивления практически не было, желуди опустили руки после потери дерева. Уже в последний день немного сопротивления, какой-то активности, они попытались продвинуться к дереву, но уже бафы были настолько колоссально отличались. Уже не у них по 2500 атаки, а у нас 1500, 1800, а наоборот. У них по 1800, 1700, а у нас за 2500. Так что преимущество было на нашей стороне. Ну что же, ребят, вот такое вот у нас видео получилось. Если кто-то желает, прилетайте к нам на 128 сервер. Всем будем рады, если вы активны и готовы воевать. Всем спасибо за просмотр и всем удачи. До новых встреч!